Приветствую всех на канале Программ Фикс, у микрофона Нетли. И в этом видео я хотел бы рассказать вам об одном из замечательных дополнений, которое добавляет функционал знаменитого ChatGPT в Adobe After Effects, плагин CloudGPT. Погнали! Ну а перед тем, как начать, нам нужно перейти по ссылке в описании под этим видео на наш телеграм-канал и найти пост с данным плагином. Ниже будет ссылка для скачивания. Ну а полный процесс установки данного плагина ты можешь найти в нашем телеграм-канале. И помимо этого, ты там можешь найти все то, что YouTube не разрешает выкладывать на свой сервис. А теперь переходим в Adobe After Effects. Далее, как у нас открылся проект After Effects, мы переходим в Editing. Ниже опускаемся Preference. Открываем Script and Expression. В открывшемся окне находим галочку Allow Script to Write File, ставим ее. После установки расширения вам нужно перейти в окна Extensions, CloudGPT. У вас откроется окно, где вы можете найти информацию о ценах на OpenAI и большое страшное предупреждение об опасностях запуска кода, сгенерированного искусственным интеллектом. Обязательно прочитайте это. И если вы согласны с условиями, нажмите «Я понимаю» и «Согласен», и давайте начнем. Для использования CloudGPT вам понадобится открытая учетная запись OpenAI. В настоящее время новая учетная запись с OpenAI поставляется с бесплатной пробной версии, а затем платно. Посмотрите страницу с ценами для получения более подробной информации. Если у вас уже есть учетная запись, перейдите по второй ссылке, чтобы создать ключ API. Как только вы создали ключ, скопируйте его значение и вставьте его в сборку GPT. Затем нажмите «Войти». Теперь, когда мы вошли в систему, можно приступить к работе. Мы можем использовать одну из кнопок подсказки, чтобы начать. Давайте попробуем написать скрипт. Нажмите подсказку сценария, и он предварительно заполнит начало подсказки. Теперь я введу сброс масштаба, положение и поворота. Данный текст будет представлен на английском языке, но вы в любой момент можете открыть любой переводчик, например DeepL, вставить туда его и скопировать уже на русском, ведь этот помощник работает и на русском языке. Теперь я введу сброс масштаба положения и поворота выбранного слоя. Мы отправим это в GPT и посмотрим, как он работает. И теперь у нас есть скрипт, давайте запустим его и посмотрим, что произойдет. Мы получили ошибку. Но не беда, классный CloudGPT вернет эту ошибку обратно и предложит вам быстрое исправление. Отправьте это и посмотрите, сможет ли искусственный интеллект исправить ошибку. Теперь у нас есть обновленный скрипт, давайте его проверим. Он сделал это, но это заняло несколько попыток. Но по крайней мере у нас есть скрипт, который работает. Теперь давайте попробуем запустить выражение. Нажимаем кнопку нового чата и затем подсказку выражения. Чтобы мы начали, я хочу сделать обычное игнорирование поворота нулевого слоя на этих слоях. Поэтому я наберу игнорировать вращение нулевого слоя. Отправив его обратно в GPT, посмотрим, что это даст. Я выберу все мои значения вращения. Хорошо, у нас есть выражение. Давайте посмотрим, как это работает. Мы нажмем «Применить выражение». И посмотрите на эту первую попытку. Нам повезло, это удивительно. Вы также можете навести курсор в левый верхний угол, чтобы управлять предыдущими чатами. Когда вы сталкиваетесь с ошибками в системе, нажмите кнопку «Справки», которая объяснит, почему сгенерированный искусственным интеллектом код ненадежен и предоставит вам некоторые ресурсы для обучения написанию собственных надежных скриптов. В общем, CloudGPT привносит возможности искусственного интеллекта, впоследствии это может быть как к лучшему, так и к худшему. Ну а я надеюсь, вам это видео понравилось. Вы, конечно же, поставите лайк, подпишитесь на канал, не забывайте про колокольчик, также оставляйте свои божественные комментарии. Обязательно подписывайтесь на нашу группу в телеграм-канале, ведь там вы можете найти все эти скрипты без каких-либо рекламных ссылок прямым скачиванием WinRAR файла. Всем пока!